Компенсация рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. В регионе этот минимальный размер установлен в размере 5 рублей 32 копейки. Согласно документу, социальная поддержка будет оказана одиноко проживающим неработающим гражданам в возрасте от 70 до 80 лет или проживающим в составе семьи, состоящей только из пенсионеров, в размере не более 50% от суммы взноса на капремонт. Полностью освобождены от уплаты взносов будут неработающие граждане старше 80 лет. Одним из условий назначения компенсации является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт. По вопросам назначения компенсации следует обращаться в Управление соцзащиты по месту жительства. Компенсации будут начислены за период, начиная с 1 января, на основании заявления и правоустанавливающих документов.